14-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2106, передвигался он вместе со своими друзьями 12-13 лет, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода 11-летнюю девочку. Девочка скончалась на месте происшествия. Все материалы по данному происшествию сейчас находятся в Следственном комитете, то есть решение процессуальное будет приниматься уже подразделениями Следственного комитета. Что будем устанавливать?